Доброго времени суток, с вами Арталаски. В этом видео я хочу рассказать о том, как рисовать пикселяр на любом Android устройстве. Я перелопатил кучу разных приложений и, потестировав их, выявил два наиболее интересных варианта. 8-bit Painter, на мой взгляд, является самой удобной программой для рисования пикселярта на Android устройстве, причем в основном на телефоне. Программа поддерживает мультитач, что позволяет масштабировать изображение и прорисовывать пиксели более точно, при этом не задевая пальцем десяток соседних. Удобная работа с цветом и сохранение картинки в PNG формат и встроенный upscale также присутствуют в этой программе, которая доступна как на Android, так и на App Store. Второй вариант чуточку проще и называется Pixly. Особенностью данной программы является создание анимации, то есть вы сможете создавать анимированные спрайты прямо со своего телефона. На мой взгляд, это самые топовые бесплатные приложения для рисования пиксель-арта прямо на телефоне или планшете. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь и ставьте лайк, а также вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании под роликом. Ну а с вами был Арталаски, и я не прощаюсь, а приглашаю посмотреть те видео, которые вы еще не успели посмотреть. До завтра!